Thank you.
Алло? Клавдия. Нет, я... Не лги мне, Клавдия. Ты всегда пытаешься убежать от ответственности. Ты, наверное, хочешь извиниться? Или ты, может, до сих пор не понимаешь, как ты была глупа? Спасение всего человечества. Ха, какая смешная мечта. Подождите, послушайте меня секундочку. Я уже достаточно тебя наслушался. Как ты здесь очутилась? Где я пошел неправильно? Да послушайте же меня. Я не Клавдия. Ты не Клавдия? Меня зовут Хезер. Хезер? А вы кто? Леонард Вульф. Извини,
Я думал, что ты моя дочь. Клавдия ваша дочь? Как? Ты ее знаешь? Ты одна из ее попутчиков? Нет, никогда. Когда я ее найду, я... Я чувствую ненависть. Что? За твоими словами гнев. Ты хотела убить ее, верно? Извините, но... Она... Она убила моего отца. Она дура. Но она все еще моя дочь. Я собирался простить ее, если она изменит свою жизнь. Но я вижу, что уже слишком поздно. Хезер, ты поможешь мне? Помочь вам? Я здесь заперт. Я должен остановить Клавдию. А где вы? Я и сам не уверен. Но дверь должна быть в конце зала, на втором этаже. Я думаю, что смогу помочь тебе. У меня есть печать. Пожалуйста. Печать? Конец зала на втором этаже.